Так, всем привет, с вами Сергей. В общем, сегодня у нас тема будет такая. Не о этом цветке. Этот цветок, как обычно в начале видео, я обычно показываю что-нибудь такое интересненькое. Просто он красивый. Вот так вот у нас растет он, да? И я просто-напросто его показываю. Но тема у нас будет сегодня распаковка мини-системы Philips. Вот такая вот коробочка у меня появилась сегодня дома. И о которой мы сейчас поговорим. Что сказать в предисловие, так сказать. В общем, тоже эта мини-система появилась у меня так спонтанно, в общем, даже никто не думал, не гадал. В общем, зашли в магазин, посмотрели, увидели, понравилось. Просто-напросто жена говорит: давай купим, потому что у нас нету такой мини-системы, да, прослушивать музыку. Постояли, покрутились, посмотрели, увидели, что здесь даже и по-русски есть, вот написано, значит, и паспорт будет на русском языке. В общем, подумали и решили купить. В общем, взяли и принесли домой. Ну а я, как обычно, просто-напросто беру в руки свой смартфон и показываю вам для начала распаковку. Да? Сегодня мы посмотрим в этом видео распаковку, почитаем, что на коробке, и посмотрим также, что в коробке. Ну а в другом видео просто-напросто будем слушать эту мини-систему. В общем, что я буду делать? Я буду сейчас показывать вам, что написано на коробке, посмотрим картинки, а потом буду аккуратненько выкладывать вот сюда, вот на этот столик, все, что мы встретим в этой коробке. Да? Ну все, значит, будем рассматривать, что у нас с этой стороны. В общем, вот так вот он выглядит. Я его еще даже не открывал, он запакованный. Сейчас будем все смотреть, как говорится, с первых рук. В общем, так он выглядит. Две колоночки, сам приборчик, да. И вот такие вот уже идут у нас навороты, так сказать. Так, будем читать. В общем, мини-система Philips. Что в нем есть? В нем есть Bluetooth, да, Bluetooth, которую мы можем подключать при помощи, можем прослушивать музыку, запускать музыку с нашего смартфона или с нашего компьютера, и он передастся нам на вот этот прибор, да. Потом система NFC, это значит тоже какое-то типа Bluetooth, да, это когда представляешь наш смартфон близко к этому прибору, и музыка передается на сам прибор, да, так сказать. Информация идет со смартфона. Как он называется? В общем, прибор. Я его буду называть прибор, потому что на португальском аппарелю, а как на русском? Ну, прибор, да. Ну, как? Как еще? В общем, прибор и две колонки. Не знаю, в общем, все. Так, MP3 CD может читать. Потом в нем есть, я считаю, довольно неплохая система. Это USB, да, USB-вход, через, в который мы можем вставить наш накопитель, да, музыкальный, там, с музыкой, и прослушивать все это, как говорится, вот директ написано, это напрямую, да. Так, значит, максимум sound, max sound тут есть, и самое главное, вот что меня удивило, в нем 180 ватт. Это, я думаю, немало. А встречал я такой же самый, не помню, где-то я видел в каком-то журнале, такой же самый был с 300-ваттный. То же самое, все то же самое, только 300 ватт. Значит, и Digital Tuner, да, тюнер, он-то у нас идет для поиска радиоканалов. Так, ну что, в общем, в принципе, о многом уже сказал. Значит так,
беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств, через Bluetooth. Через Bluetooth. Значит, такая у него система, да? Потом о этой системе NFC я уже говорил, да? Представляете близко ваш смартфон к этому прибору, и он считывает информацию. Вот. Как удобное подключение одним касанием, да, через NFC по Bluetooth, в общем, такая система 2 в одном, так сказать. Потом можно слушать музыку MP3 напрямую с USB-носителей. Вот. И поддержка MP3 CD. Ну, я считаю, вот это вот уже вот такое, как устарелое. У меня в машине даже уже магнитофон без CD, без дисков. Просто-напросто вставил USB и все. Музычка вся, которая вам надо, и сколько надо, и не надо мучиться, вот это вот записывать диски. Так, посмотрим на этой стороне, что у нас тут интересненького. Значит, опять же, картинка такая, да, вот. Довольно неплохой, довольно красивенький, да, такой. Особенно мне понравилось, на витрине в магазине стоял он, вот эта вот крутилка, да, громкости, или что там, настройка какая-то. В общем, такая она мощная, приятная для руки. В общем, берешь так, крутишь. В общем, прикольно. Очень даже прикольно. Так, ну что здесь написано? В принципе, то же самое, что мы и читали, только на английском языке. Так, снизу у нас ничего. Посмотрим с боков. Вот. Мощное звучание без проводов. Вы представляете, при помощи Bluetooth. NFC. В общем, так. Такая вот еще у нас беспроводная потоковая передача музыки аудиоустройств через Bluetooth. В общем, то же самое, только с разных сторон. Все то же самое, только с разных сторон. Хорошо. Все, значит, начинаем открывать нашу коробку. Посмотрим, что у нас здесь интересненького лежит. Так, Дашуль, вот так вот держи. Иди сюда. Сейчас мне моя дочка будет помогать. Вот так держи. И вот так, чтобы мы все видели. Значит, будем открывать. Все это будет в онлайне. Все это будет красиво и аккуратно. Долгожданный момент. Я много сказал перед тем, как открыть эту коробку. Но мы просто-напросто должны что-то слушать в видео. Слушать и смотреть. Значит так, что мы видим при открытии? При открытии мы видим обычную пластиковую упаковку, в которой у нас лежит, как обычно, различные гарантийные бумажечки, да, описание этого устройства, что в нем есть, что нет, как им пользоваться, да. Потом какой-то проводок, это, я так думаю, что антенна для радио, для поиска радиоканалов. И одна батареечка, я так думаю, для пульта. Одна батареечка, вот видите, обычно две батарейки, а здесь одна. Посмотрим. В общем, для начала я ставлю это все на стол, потом будем смотреть на это все уже на столе. Значит так. Что здесь еще мы видим? В углу коробки лежит пульт. Вот такой маленький пульт. Видите? Довольно аккуратненький. Приятный на ощупь такой. Вот. И, как я уже говорил, для одной батареечки. Но это хорошо. Когда одна батарейка, значит, не потребляет много энергии, так сказать, батареечной. И все это дело можно нажимать очень долгое время, не меняя батарейки. Значит, ставим опять же в сторону. Так, и что? Достаем наш прибор, так сказать. Вот. Он упакованный, вы видите, да, в такой пенопласт с одной и с другой стороны. Вот. Сам он завернут в кулек, в обычный
такой вот материал, который заворачивают различные приборы электрические. Так, посмотрим сейчас. Вот такой он железный у нас оправе, так сказать. Вот. Ну и сам он такой легкий. Я бы не сказал, что он тяжелый, легенький, но довольно аккуратный. Вот мне самое главное нравится вот эта вот крутилка. Она такая большая, красивая и вся блестит. Представляете, все блестит. Вот. Как раз будет вот эта блестяшка, будет такая же самая, как у меня вот ручки на шкафчиках. Вот так вот. Ну ладно. То же самое. Смотрим на него сверху. Смотрим спереди. Смотрим сбоку. Снизу. И сзади. Вот. Смотрим. Вот так вот. Кому интересно, ставьте на паузу и смотрите дальше. Значит, ставлю я его то же самое на стол, к которому мы потом вернемся. Вот. Клеенку в сторону. И продолжаем смотреть, что у нас лежит в коробке. Значит, на дне коробки у нас лежат две колонки, до которых мы сейчас доберемся. И будем смотреть, что же за колонки такие красивые. Вот. Для того, чтобы их вытащить, мне пришлось уделить немало усилий, потому что все это очень плотно было, как говорится, упаковано. Вот. Ставим пока что коробку в сторону. Значит, все, я уже говорил, сам прибор и колонки упакованы вот в такую вот пенопласт. Ну, в принципе, то же самое, что и у нас упаковано всегда то, что мы приносим домой, и, как говорится, телевизоры, и все, что мы распаковываем из наших коробок. Значит, колонка упакована у нас так же само в такой же пакет. Не в пакет, а в такой пластик. Довольно приятный на ощупь, мягенький. Я так думаю, для того, чтобы не это все дело не... Если что, при транспортировке, да, не помялось, не побилось. В общем, вот такая вот колоночка у нас обнаружилась. Значит, что по колонке сказать? Корпус колонки деревянный. Дерево. Вот даже отсюда видно. Обычное дерево с надписями. Вот. Здесь пластик. Здесь у нас пластик. Здесь все пластик. И здесь уже такое вот такое покрытие типа карбона. Да? Карбон такое. Ну и внутри. На золотом фоне написано Philips. Пожалуйста, Philips, это Philips. Значит, одну колонку мы ставим рядышком возле нашего прибора. Открываем другую колоночку. Смотрим, что на ней. В общем, я так же само смотрю первый раз, так же само, как и вы. Потому что я люблю это все рассмотреть, чтобы не было никаких сколов. И это все, естественно, у меня будет запечатлено на видео. Если вдруг я обнаружу какой-то дефект, я просто-напросто потом предъявлю тем людям, которые мне продавали эту систему, мини-систему для прослушивания музыки. Да? Значит, все то же самое, типа карбона, пластик, блестящий пластик, деревяшка. В общем, ставлю рядышком. Вот. И беру в руки смартфон. Посмотрим это дело у нас сзади, как я расставил, да? В общем, вот так вот он у нас будет стоять, я так думаю. Вот.
И будем смотреть. Значит так, вид сзади еще раз. Вот, пожалуйста, смотрим. Смотрим, запоминаем. Ставим, если что, на паузу. В общем, такие входы. Это, я так думаю, для колонок. Это тоже для колонок, но не для колонок, а для отдельного прибора, который тоже может принимать, как говорится, сигнал с этого прибора. Значит, это у нас колонка FM написано, да? В общем, еще раз вот такой вид сзади. И смотрим, и переходим вперед. Переходим вперед смотреть нашу мини-систему. Значит, вот так вот она выглядит. Вот, я так думаю, что довольно красиво и аккуратно. Значит, вытащу немножко это все из пакетов, чтобы мы еще раз рассмотрели наш прибор, полностью вытащенный из коробки, так сказать, да. В общем, так я расставлю сейчас все. Хорошо, что у меня белый стол. Все это видно у нас красиво на этом столе. Вот. И мы будем запоминать наше, мое видео. И даже, если кому понравится такой же самый магнитофон, пожалуйста, пойдете и купите, либо закажете такой же самый. Значит, что еще я могу сказать о нем? Пока что ничего, так как я его еще не включил, так сказать, да? В общем, сам прибор вот так вот выглядит. И я так думаю, он так же само будет у меня стоять в каком-то хорошем месте. Не знаю, вон там где-нибудь я под фотографиями его расположу и посмотрим. Значит так, еще раз повторяю, это у нас мини-система Philips. Вот. А это у нас колонки от этой мини-системы, да? Вот такие вот колоночки. Philips. Philips. Вообще марка, говорят, хорошая. У меня давно-давно когда-то был Boombox Philips. Работал. Я думаю, что и до сих пор работает. Вот. У того человека, у которого он остался. Значит, здесь у нас по вот этой стороне я не показал так сильно. Значит, здесь у нас вот USB вход. Да, здесь у нас для наушников есть входик. Ну и кнопочки различные программировать. Эквалайзер, Boost, потом Max Surround. Все это нажимается. Все это нажимается. Довольно такое неплохое нажатие, мягенькое идет. Вот, ну и сам экранчик вот здесь у нас. Сам экранчик. Ну и самое главное, я уже говорил, вот это вот байда, вот эта крутилка такая, да? Обалдеть. Ну все, в принципе, это видео было просто распаковка этой мини-системы. В какой-нибудь день я сделаю очень хорошее видео с тем, как эта мини-система работает. И послушаем немножко музычки, да. Ну все. Всем пока. До новых видео. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, пишите комментарии. Ну и, как говорится, просматривайте мои видео и смотрите. Может быть, кому-то что-то интересненькое понравится. И будьте в курсе всех событий, так сказать. Завтра у нас Пасха. Ждите новое видео с церкви. Я поеду в церковь снимать. Посмотрим, как проходит Пасха в Португалии, в русской церкви. Не в русской, а в церкви религии ортодокс. Вот. И узнаете немножко, еще немножко о Португалии. Я проедусь по городу, потом зайду в церковь, посмотрим. В общем, поговорим немножко и так далее. Ну все, вот с таким вот, с таким видео я к вам пришел. А вы уже оцениваете, хорошее или плохое. Всем спасибо. До новых видео. С вами был Сергей. Пока.